Ежедневно в Канаде угоняется огромное количество автомобилей. И львиная доля из них угоняется в провинции Квебек. RCMP и Сюрете Квебек получили на вооружение специальные системы для автомобилей, которые распознают номерные знаки, мгновенно связываются с центром, пробивают владельца автомобиля, и в случае, если машина подозрительна в угоне или владелец в розыске, мгновенно идет команда на задержание. Таких машин пока немного, но к концу этого года их будет гораздо больше. От такой машины практически невозможно уйти. Она оборудована спутниковой связью, интернетом, связью с центральной базой данных ГУИНа канадского, также с базой данных всех автомобилей и людей. И, в принципе, то, чем мы занимаемся, это занимаемся розыском угнанного транспорта. Это единая североамериканская Crime Prevention Team.